Всем привет, с вами Ира Лямина, и это видео специально для канала Cardamon Club. В этом видео мы разберем, как приготовить айсинг на Эльмикс. Мы поговорим о консистенциях базовых для работы, а также разберем все нюансы. Я буду использовать продукты торговой марки Ильбейкери, пудра и Эльмикс. Также мне потребуется вода. Пастеризованный сухой белок повышенной взбиваемости в составе Эльмикс дает 100% результат, а также отсутствие сальмонеллы на 100%. Смесь очень быстро приготовить. Даже если она полежит у вас потом в холодильнике, она все равно даст стабильный результат. Также вы можете по надобности добавить диоксида титана, либо ванилина. А мы сейчас с вами начнем готовить айсинг. Так, поехали! Просеянную пудру мы смешаем с Эльмикс в диже миксера. Аккуратненько венчиком все это перемешаем. Добавим теплой воды до 60 градусов. Вода должна быть обязательно бутылизированная, либо кипяченая. Дадим настояться буквально 5 минут и потом начнем взбивать. Напомню, что все граммовки смотрите по ссылке под видео. Время взбивания в планетарном миксере около 2 минут. Насадка лопатка на средних оборотах. Возможно взбивание ручным миксером на скорости выше среднего около 4 минут. Время зависит от мощности миксера и от насадки. Масса должна побелеть и немного увеличиться в объеме. Вот и готова наша базовая консистенция. Вот такой мягкий рельефный клюв должен получиться. Из такой консистенции получатся красивые надписи, кружево и контур. Добавим в базовую консистенцию воды и получим заливку. Вот такая эластичная масса у нас получилась. Глянцевая и блестит. Такая консистенция подходит для частичной либо полной заливки пряника. Есть один нюанс. Если у вас пряник большой, водички потребуется немножко больше. А также хочу напомнить, что все пропорции консистенции можете посмотреть по ссылке ниже. А для объемного декора добавим пудру в базу. И таким образом мы ее загустим. И у нас получится прекрасная консистенция для того, чтобы сделать цветы насадками, поработать с мастихином и сделать, например, шишки. Посмотрите на консистенцию, она такая плотная и оставляет цыпки. Таким образом, все цветочки или любой декор будут держать форму. Данный рецепт может экономить ваши затраты при больших объемах. В следующих видео я покажу вам, как сделать цветочную восьмерку, сделать цветы без насадок, ведь скоро 8 марта, а мы готовимся заранее. Выкладывай свои работы, ставь хэштег #ильмикслегенда, и твои работы увидят многие. А я с вами не прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.